дорогие друзья, буду кратко. Знаете, это постоянно вот, говорили про войну, сам знаю, что такое война, это у нас легкие, там являются ветераны террористического подразделения «Альфа». Вот для меня стал выбор, либо я, соответственно, продолжаю стратегическую, либо я буду развивать что-то мирное. Мы действительно создали мирную программу, это спортивно-патриотическая программа. Да, ее главная задача – это победить себя в ринге. Вот. Если ты действительно себя сможешь победить, это колоссальная сила воли, что позволит тебе стать чемпионом не только в ринге, а чемпионом по жизни. А чтобы не считали если жаргон людей отбитыми, да, мы разработали свои интеллектуальные программы для детей и взрослых. Так вот, правильно говорят, великая страна сводится по количеству великих людей, которые находятся. Великие люди в экономике, в политике, да, не по количеству людей, которые в них проживают. Поэтому задача нашего клуба – как можно больше великих людей выпускать из этой программы. Спасибо. Павел Вячеславович, предприниматель, талант и призвание.